Сереж, здравствуй. Добрый день, Максим. Вот Сергей результат. Он у нас сегодня чемпион, 10 штук. Сереж, пару слов о рыбалке. Ну, рыбалка сегодня была очень трудовая. Сегодня до обеда, после запуска, рыба активно очень клевала на пасту. Вот. Какая, ну-ка, есть? Вот такой цвет оранжевый. Ну. Да. Чеснок. Чеснок. Да. А после обеда, после того, как начался снег, клев прекратился. Ну, потом немножко погода нормализовалась и ловил вот на такую обычную снасть. Недорогая удочка и уголочка резина. С резиной, да. Резина приобретена у вас, кстати, тоже, которая. Я понял. Да. Смотри, я смотрю, живец стоит. На живца тоже клевало? Да, на живца. Ну, на живца ловил на трупика. Я понял. Да, вот так же самое, то же самое, да, только живца на трупика. Вот Алексей тоже поймал хорошую вот мамочку. Только что вытащил. Алексей, что, да. Вы просто не перестаете меня удивлять. Хорошая, смотри. Да, так что рыбалка сегодня довольна, как обычно, как всегда. Теперь, я думаю, ждите нас в субботу. Сереж. Просто сегодня выходной получился, так что приехали половить. Мы всегда приезжаем.